Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. Видео короткое будет, видео будет про фикс прайс, в котором мне вот ничего не надо было, ну вот абсолютно ничего не надо было. Но, тем не менее, я зашла и увидела вот это. Ну, это декоративные шкатулки. Они могут использоваться как кашпо, конечно же. Вот, но я их хочу поставить просто в виде декорации. У меня такая есть леечка, вот точно в таком же стиле, такая же керамическая, невысокая. Вот, она стоит такая симпатичная. И еще у меня то ли вторая леечка, то ли как ведерочка сделана. Не могу сейчас вспомнить. И вот эти декорации, они очень хорошо впишутся. Кроме этого, я купила такой же светильник. Вот зачем мне светильник, я вообще не знаю. Я к свечам совершенно равнодушна. Вот. Но он славный, пусть стоит тоже с ними за компанию. Поставлю где-нибудь на стеллаже, на даче между цветочками. Это все очень мило смотрится. По стоимости вот эти вот 149 рублей, по 149, вот этот 55, нет, этот тоже 149, а 55 вот купила укрывной материал, он получается 6 на 1,5, но это самый тоненький, это тот, который 17 чего, микрон, в общем 17 или грамм на метр, в общем чего-то там, это самый тоненький, для чего я его купила. Я когда свои фуксии буду выносить на солнечный свет, я их буду прикрывать вот таким вот материалом. Этот совет я услышала на канале у Светланы Лоди Сад. Это просто, чтобы они не сгорели. Фуксии очень, ну, как бы трепетно относятся к первому солнцу, потом они нормально будут стоять. Вот, но первое солнце они воспринимают с трудом, лист меняет цвет, и вообще как бы им это все не нравится. Вот, чтобы им было спокойнее, в общем, это для фуксий такая помощь. 55 рублей всего. Больше ничего интересного для садоводов, огородников я там не увидела. Хотя есть такие контейнера, как парники, если у кого-то еще нету, покупайте. Пишите в комментариях, что интересного вы увидели. Задавайте вопросы, оставайтесь с нами, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, лайки, дизлайки, все дела. И оставляйте комментарии и свои вопросы, пояснения, в общем, все-все. Все-все мне интересно, и я с радостью все воспринимаю и читаю, и отвечаю. С вами сегодня была Анжелика. Пока-пока.